Прошу. Присаживайтесь. Значит, это твои парни наехали на моих на рынке. Ну, привет же надо было как-то передать. Привет. Что-то за последнюю неделю каждый день от тебя приветы. Ладно, будем считать, я тебя услышал. Чего ты хочешь? Ну, а вот это мне уже нравится. Центральный рынок и еще кое-что по мелочам. Ты я вижу, у тебя разносторонние интересы. Как и у вас. Но я бы не хотел, чтобы между нами было какое-то недопонимание. Большая часть активов остается в вашем распоряжении. Я просто хочу взять свой кусок пирога. Ну и аппетиты у тебя. А что, в столице тесно стало, раз такие гости к нам пожаловали? Да нет, в столице все неплохо. Я решил расширяться. Ладно. Значит так, я подумаю, мне война не нужна. Завтра свяжемся. Соедини меня с начальником охраны. Быстро! Вызов пошел. Алло, Леня, это я. Да, Андрей Петрович. Значит, слушай меня внимательно, это срочно. Всех наших под ружье. К завтрашнему вечеру я хочу забыть об этом столичном недоразумении. Мочить всех. Начни с загородного ресторана, это его резиденция. Все, отбой. Мам, а знаешь, чем отличается ямб-пихарей? Сказать? Расскажи, очень интересно. Ударением. У ямбы на последнем слоге в стопе, а у хорей на первом. Ух ты! Ой, ты знала, да? Ты же в библиотеке работаешь. Главное, что знаешь ты. Ты у нас большой молодец, и мы с папой очень тобой гордимся и очень тебя любим. А я вас. Ты, пожалуйста, после школы не задерживайся, ладно? Там папе в гараже помощь нужна будет с машиной. Он говорил, отдал бы в автосервис лучше. Ну, ты же знаешь нашего папу, все будет делать сам. Давай, беги в школу до вечера. До вечера, мам. Они что, уснули там, что ли? Артур, поди открой.
Пока, мам. Юль, ничего не забыла? Все, внимательно слушай учительницу, да? Пожалуйста, выполняй все задания, которые она тебе будет говорить, да? Ты знаешь, я не люблю, когда ты отвлекаешься. Да, мам. Все, давай. В больницу, Виктория Сергеевна? Нет. Дим, ты что делаешь? Так, ничего. Просто интересно, как это работает. Ты что, школьную тетрадь испортил? Пап, так она уже почти заканчивалась. Ладно. Беги в машину. Ты едешь или нет? Чего ты орешь? При отце ты себе такого тона не позволял. А раньше все иначе было. Бедный папочка. Со всеми мог договориться. А я ему намекал. Нечего было шутки шутить с этими отморозками. Его бы не убили, если бы он не был бы таким самодуром. А надо было не намекать. Надо было прямо сказать. Тюфяк. Мама, если бы она была жива, она бы ему подсказала, он всегда ее слушал. Да никого не слушал. А последние 2 года, как твоя мама умерла, так он вообще с катушек слетел. Все, ему мало было. Хватит. Если ты при жизни его не уважал, замолчи хотя бы сейчас. А я бы и не говорил, если бы не мне все это разгребать. Поехали! Что-то есть срочного? Нет, плановое совещание я перенесла, как вы сказали. Ага, хорошо. Сегодня ровно год, как Романа Эдуардовича нет с нами. Да. С этой работой не только инфаркт может случиться. Оля, соедини меня с бухгалтерией. Они опять задерживают с отчетом. Неужели так сложно все делать вовремя? Сейчас соедини. И сделай мне чай. Хорошо. Так, все записала. Держи, Марусь, приятного чтения. Спасибо, тетя Оль. Здравствуйте, тетя Оля. Здравствуйте. А можно мне прошлогоднюю подшивку «Юный техник»? Я посижу, почитаю. Я смотрю, тебе все, что с техникой связано, нравится, да? Ты, кажется, в прошлый раз тоже эту подшивку брал. Угу. Мне очень интересно. Ну, тогда присаживайся, я тебе сейчас все принесу. Прошу.
Итак, Артур Вадимович, я хотел бы обсудить с вами передачу всех остальных активов Ильина. Знакомьтесь, это мой юрист. Он будет сопровождать сделку. Извините, но мы же с вами уже обо всем договорились. Все активы Ильина я вам передал. Разве все? А это? Я думал, банк останется у семьи. Ну, вы же номинальный владелец банка, правда? Реально, банк принадлежит Ильину. А его уже нет с нами. И все же... У вас 3 дня на подготовку всех бумаг. Мой юрист проследит, чтобы вы не вывели из банка мои деньги. И если вы захотите со мной поиграть... Гости, привет. Привет, солнце. Боже мой, неделю тебя не видела, опять подрос. Привет, мам. Привет. Вот подкормку для твоих цыплят привезли. Ой, молодцы. Привет. Сарай нести? Ага. Там у двери оставь. Гриш, подожди. Хотела у тебя спросить, что Мишаня подарить на день рождения? Может, свитер купить? Спроси лучше у Оли. Мы и сами еще не знаем, что купить. Что-то так... Жалко стало второго внука. Ма, не начинай. Не удержалась, прости. Пап, ты идешь? Да, Мишань, да. А где Дима? Уже убежал в школу. А ты почему не на работе? Надо поговорить. Эти бандиты собираются отжать банк. Что? У меня 3 дня. Точнее, 2. Чтобы подготовить все документы. Даже не думай. Это все мое. Это мое наследство. Юридически это не так. Все документы на моей фирме. Артур, я говорю фактически. И если ты боишься, значит, мы переоформим все на меня. Я настоящая хозяйка банка. Ты уверена? Ты хочешь, чтобы тебя расстреляли, как твоего отца? Ты этого хочешь? Хватит. Перестань меня запугивать. А ты подойди к окну. Посмотри. Сама все поймешь. Со вчерашнего вечера тут стоит. А может, следует позвонить дяде Лене? Ну, он хотя бы за мэра. Он всем обязан отцу. Я уже с ним встречался. Он сказал, что это дело лес не будет. У него там что-то отжали, еле откупился. Уехали. Они просто так не отстанут. Теперь ты это понимаешь? Понимаешь?
этим надо что-то решать. Дим, подойдешь ко мне на минутку? У тебя старая карточка закончилась. Я хочу новую завести. Давай данные сверим. Так, значит, Ильин Дмитрий Артурович. Год рождения свой помнишь? 1986. Молодец. Число, месяц? 25 июня. 25 июня? А я думаю, откуда у меня твоя фамилия знакома? У тебя мама Ирина? Да. Вы ее знаете? Да, мы с ней в одном роддоме лежали. Я ее помню. Это что ж, получается, ты с моим сыном Мишей в один день родился. У него тоже через месяц день рождения, 12 лет. А как мама сейчас поживает? Как дела у нее? Иди читай дальше, я сама заполню. Все-таки бросаешь нас. Я же сказал, нет. Банк, по сути, они уже отжали. Осталось только передать документы. Но как только я это сделал, они тут же от меня избавятся, понимаешь? Я очень хорошо понимаю, что ты собираешься сбежать и нас бросить. Я лишь хочу вывести тебя из-под удара. Ты им не нужна. Банк на мне. В общем, все документы я уже передал адвокату. Он их отдаст этим отморозкам, как только я навсегда покину страну. Нет, мы с тобой. Я же сказал, нельзя. Невозможно всей семьей покинуть страну незаметно. Поймают, всех убьют. Артур, ну мне очень страшно, пойми. Мне тоже. Значит так. Возьми. Здесь 20 тысяч долларов. Пока хватит. Обустроюсь, заберу и вас. Я перевел кое-какие деньги на иностранные счета. Пока залягу на дно. Я тебя прошу, прекращай играть в казино. После смерти отца ты увлеклась. Я просто пыталась снять стресс. Не лучший способ. Все, мне пора. Через пару дней позвоню. Пап, мам, смотрите, что. Папа, ты куда? Сынок, я уезжаю за границу. Поэтому береги маму и себя. Уезжаешь? Надолго? Папа, когда ты вернешься? Я не вернусь. Но как только я обустроюсь, я сразу же вас заберу. Итак, я вас слушаю. Виктория Сергеевна, скажу вам прямо.
Я не новичок в медицинском бизнесе. Надеюсь, вы навели обо мне справки перед нашей встречей. Моя фирма владеет двумя медицинскими центрами в нашем городе, и я хочу открыть третий на территории вашей больницы. Как вы на это смотрите? Николай Кириллович, кажется, да? Если честно, я не уверена, что мы найдем с вами общий язык. Вы уже не первый, кто приходит ко мне с подобным предложением. Кроме официально фиксированной суммы аренды, я готов предложить вам долевое участие. А это уже интересней. 10%. 15%. Знаете что? Забудьте. Думаю, разговор окончен. Ладно. Как скажете. А если я рискну вас пригласить на ужин? Я хотел сделать это вне контекста нашего разговора. Может, вы подумали бы об этом? Извините, нет. Не есть о ком думать. Хорошо. Спасибо за встречу. Значит, тебя интересуют книги про вечный двигатель. Да, тетя Оля. А сказать по секрету? На самом деле, когда я вырасту, я сам хочу сконструировать вечный двигатель. Моя мечта — это помогать всем людям на Земле. Ух ты, как здорово. Тогда знаешь, что вот эта книга тебе точно понравится. Держи. Вечный двигатель. Миф или правда? Супер! Можешь взять ее домой и почитать. Давай только ее запишем сначала, хорошо? Ключ от шкатулки с моими драгоценностями. Мам, я не брал. Так, ты что, его спрятал? Мам, да я честно не брал. Ну не ври мне. Быстро собирайся и пошли домой. Понял? До свидания. О, Ильина была. И как обычно, не поздоровалась, да? Да, как была хамкой, так и осталась. Мне брат рассказывал. Он в банке работает, который раньше принадлежал их семье. Почему раньше, а теперь что? Ну, старшего Ильина застрелили несколько месяцев назад. Ты не знала? Нет. Ну и банк перешел к новым владельцам. А ее муж, отец Димы, исчез. Может, тоже убили? Ничего себе. Бедный Дима. Да. Вика? Гриша, надо же. А что ты тут делаешь? Спортивный костюм принес. Сын дома забыл. А у него физкультура сейчас. Надо же. Столько лет прошло, а ты почти не изменилась. Это твоя дочка учится здесь? Здрасте. Здрасте. Да. Юленька, иди в машину, я сейчас приду. Наша с Романом дочь. Как он? Умер уже больше года назад. Инфаркт. Мне очень жаль. Да. А ты так и работаешь в роддоме? Я заняла место Романа. Теперь я главврач больницы. Вот и хорошо, что мы с тобой встретились. Я так и не могу понять, что тогда произошло со вторым сыном. Знаешь, иногда такая тоска накатывает. И Оля нет-нет, да и всплакнет украдкой. Не понимаю, о чем ты. Понимаешь, свидетельство о смерти, причина не указана. Я подумал, может быть, ты хоть что-то знаешь. Или можно было что-то сделать. Нет. Гриш. Нет. Мы сделали все, что смогли.
Все, мне пора. Прости. Мам, здесь ключа тоже нет. Я, честное слово говорю, я не знаю, где. Ладно. Обойдусь без ключа. Мне так откроют. Мам, ты снова в казино? Ты и так уже все деньги там проиграла, ты сама говорила. Папа у тебя запретил играть. Папа? А где сейчас твой папа? Бросил нас, подлец. Он нас не бросил. Он обещал нас забрать, он заберет нас. Да. А еще он обещал позвонить. Как приедет, обустроится. Месяц уже прошел. Трус он по жизни. Будет бежать, пока не зароется в какую-то нору где-то далеко-далеко. Я думаю, мы для него уже в прошлом. Мама, не говори так о папе. Он нас заберет, я знаю. Он обещал. Обещал. Мам, просить хочу. Тот дядя тебе что-то плохое сказал? Какой дядя? С которым мы возле школы встретились. С чего ты взяла? Да потом целый день была злая, вот я и спрашиваю. Юля, не выдумывай. Мама злой не бывает. Мама может быть уставшей, расстроенной, но не злой. Поняла? Все, ты поела? Да. Все, давай тогда пей какао. Поехали в школу. У мамы дел в больнице не в проворот. А тебя нет. Нет. Я ухожу. Мам, снова туда же? Да, я должна выиграть. Мам, ну стой, ну не уходи. Ну, мам, ну а если ты не выиграешь? Ты мне даже-то не говори такого, ясно? Ну, мам, ну давай я тебе лучше расскажу, как у меня дела в школе. Что? Потом. Я хотела дать тебе визитку. Сейчас. Вот. Это дядя Леня. Если вдруг что случится, ты звонишь ему, да? Что случится, мам? Ничего. Ничего, ничего. Все будет хорошо. Мам, стой, ну подожди, ну мам, ну не уходи, ну пожалуйста, мам! Что кушать? Так, ужин через полчаса. Привет. Привет. Так, жена, почему торта два? Да, я решила на завтра два торта сделать. Один Мишке, а другой мальчику из библиотеки. Его Дима зовут. Что за Дима? У них с Мишкой день рождения в один день. Представляешь?
И мы с его мамой Ириной в одном роддоме лежали. Вообще такой мальчишка удивительный. Говорит, что хочет вечный двигатель изобрести, чтобы человечеству помочь. Да ну. Он бы тебе понравился. Ну, у нас и свой мечтатель есть. О, это точно. Так, Мишаня, прочел я твои стихи. Талант. Молодец. Спасибо, па. Значит, я больше не буду в гараже тебе с ремонтом машины помогать? Стоп. А вот этого я не говорил. Ты же хочешь вырасти разносторонней личностью. Ясно, значит, буду. Давайте руки мойте. Вам скорую вызвать, Ира? Ира! Ну, ой, ой, что делать, а? Да, есть такая. Тетенька, моя мама у вас? Мне сказали, ее в третью городскую отвезли. Она утром сознание потеряла. Как фамилия твоей мамы? Ирина, Ирина Андреевна. Да, есть такая. А где она? Я хочу к ней. Мальчик, тебе с ней пока не увидеться, и его повезли на операцию. Оль, ну ты бы торт в холодильник спрятала. Ставить. Давай рядом с тортом. Какая-то ты грустная. Просто мальчик этот, Дима Ильин, пришел сегодня в библиотеку, обычно каждый день приходит. Ничего, завтра придет. Да, я тоже так думаю, просто, не знаю, сердце как-то не на месте. Не опоздал? Тренировка задержалась. В самый раз. Ну, Мишаня, еще раз с днем рождения тебя. Да. Давай, мой руки и будем праздновать.
это Дима и Лин. А, Димка, ну-ка иди сюда. Да я дядя Леня, иди, не бойся. Гляди, вырос как, я бы не узнал. Да, жаль, что так получилось. Я с похоронами помогу обязательно. И вообще, я для твоего деда все, что угодно сделаю. А скажи, Артур не объявлялся? Нет. Папа тогда еще уехал, и все. Угу. А еще кто-нибудь из родни есть у тебя? Я не знаю. Ну, ладно. Я сам справки наведу. А ты вот что, тебе в школу нужно сегодня? У нас подготовка к экзаменам. Ну, значит, нужно. Ты беги в дом, возьми, что нужно, там, учебники, портфель, ну, знаешь. И давай сюда, а я тебя к школе подброшу. Я буду ждать. И не бойся. Один не останешься. Николай Кириллович, это Виктория Сергеевна по поводу медицинского центра. Приезжайте, обсудим ваше предложение. Знаю, что замечательно. И я готова рассмотреть ваше приглашение на ужин. Соня, давай, что у тебя? О, так у тебя все хорошо. Ну, ты молодец. Все хорошо. Дима, Ильин. Ну, а ты что, не собираешься готовиться к экзаменам? Дима сказал, у него мама умерла. Вот в чем дело. Добрый день. Извините, что прерываю. Добрый день. Дима, Ильин здесь? А, да, пожалуйста, вот он. Пойдем со мной. Продолжайте. Давай, что у тебя? Здравствуй, Дима. Я из органов опеки. Моя фамилия Левицкий. Пожалуйста. Йо, а? Илины здесь живут? А? Да нет, уже не живут. Жили. Ну, Артур без вести пропал, а Ира умерла. Вчера вроде похоронили. А Дима? Он где сейчас? Я не знаю. Ну, может быть, у кого-то из дальних родственников. Вот. Он мне сказал, что у них, правда, какой-то дядя Леня есть. А вы что, родня?
А... Нет, нет, я так просто. Хорошо. До свидания. Спасибо. Пошли. Куда вы меня привезли? Дядя Леня говорил, что поможет найти моих родных. Или я думала, если не получится, заберет к себе. Мы не нашли никого из твоей родни. А твой дядя Леня лично помог все нужные документы сюда подготовить. Теперь ты будешь жить здесь. Дима, подожди пока здесь. Никуда не уходи. Я твои документы заведующей отнесу. Понял? Хорошо. Привет, ты новенький? Да. Я Катя, будем знакомы. Привет, Катя. Хочешь, я тебе тут про всех расскажу? Позже, Катя. Я хочу побыть один. Ну ладно, как хочешь. Здорово. Тебя как звать? Дима. Митяй, короче. А я Сыч. Сычев моя фамилия. Ясно. Ты как сюда загремел? Ты так. Ну, колись. Теперь мы твоя новая семья, братан. Какие-то бандиты убили моего деда. Папа бросил нас с мамой. Он обещал нас забрать, но не забрал. Мама его ждала и умерла. А ты как сюда попал? Батя сдал 3 года назад перед отсидкой. Его родительских прав лишили. Короче, не нужен я больше ему. Я тебя понимаю. А ты знаешь, какие у меня планы? В этой жизни уважуха, только если деньги есть. Я когда вырасту, разбогатею по-любому. Всех заставлю себя уважать. Разбогатеешь? А как? Да мне пофигу как. Любыми способами. Я в лохах ходить не буду, Митяй. И ты тоже докажи, что не лох. Всем, кто тебя бросил. Своему бате и другим. Так чё, со мной?